Что, ребята, мы сегодня улетаем домой. Наши каникулы закончились, и к нам пришел наш котик нас провожать. Котик, иди сюда. Мустафа, иди сюда. Милашка. Мы сейчас его покормим и уже поедем на аэропорт. Наш котейка, который просто с первого дня был с нами. Николь поставила нашему котейке колбаску. Ой, ребят, даже не верится, то что такая погода здесь, а в Москве вместо песка снег. Снег, прикиньте. Ну что, наша команда едет домой. Артём счастлив. Дети уже уехали на другой машине, а мы на этой едем. Тём, у меня для тебя подарочек. В сумке лежит. Пивасик. Но. Наше 31 число, как напоминание вместо слов, о чем клялись мы волнам. Сколько раз не помню. Это все наши чемоданы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И маленький чемоданчик Максика с игрушкой. Короче, походу у всех наших детей вот такая вот супер привычка лежать на коляске, да, Алекс? И ноги вот так вот раскидал. Супер загар. Булочка подзагорела. Булочка. Макси. Грязная ручка. На-на-на. Макси. Сейчас поедем. Я в бар, мам. Слышите песню, твоя любимая? Тёма занял себе вип-место. Здесь еще не накрыли. Ты что, пристаешь к Артёму? Да. А? Уводишь моего мужа? Нажимай. Давай я нажму. О, молодец. Максик. Где Максик? Ку-ку. Нажимай на другую кнопочку. Максик. Ку-ку.